Дорогие друзья, всех приветствую. Телеграм-канал уже оповестили, так что подписывайтесь, поддерживайте канал. А посмотрите, там сорока у нас лежит, вся раздолбленная, вся расчлененная. Посмотрите, перьев уже нету. Мы как раз о черепе рассказывали, что череп весь обглодали, мозги вытащили. И вот как раз у нас сорока вся, одни крылья, по-моему, оставили. Ну и что ты нервничаешь? Сейчас пойду их переведу туда, в буферную зону. Смотрите, как я это делаю. И потом я зайду, уберу вот эту сороку. И еще говорю, кстати, говорил, что не могу найти хлореллу. А у кого есть какие-то возможности, подсказки, скиньте, пожалуйста, в комментариях, где ее можно найти для пруда, очистка пруда. Ну или вообще на зиму, что сделать с прудом, чтобы его поочищать. Вы же любите свои комментарии оставлять и учить. Вот сейчас понадобилась помощь поучить меня. Поэтому вот прошу в комментарии, поучите, что, как, у кого какие знания. Только с опытом, у кого есть опыт. Не те, которые там где-то что-то видели когда-то, а кто уже делал, пробовал и сохранял пруды. Все, всем спасибо. Сейчас смотрите. Пойдем. Братиш, ты самый главный, кто должен сюда зайти. Попробуй ты его. На. Возьми. Братиш. Туда, в сторону. На. На. Нас покажи, теперь есть здесь дорожки. Бориш. А. Смотрите, у нас дорожки затопило, не знаю, в чем причина, ну, в общем, подтопило, надо, как говорили, уже дренаж делать, но дренаж, сами понимаете, что и как это будет все, ну, не знаю, может, что-нибудь сейчас придумаем, Сергей, спросим, как все будет исправить. Боя, кстати, у нас не хватило, сейчас дозаказали еще машину, сейчас увозят. А ты скажи, сколько уже использовано машин? 13 машин уже использовано. Ну еще сейчас две должны привезти. Это не предел. Ну да, ну надеюсь, что хватит. Пойдем, мы с тобой же. Постоянно надо вот это вот забирать, они вытаскивают. Надо какую-нибудь чуть другой. Теперь не будет вытаскивать. Под ноги еще смотри, чтобы не скопило. Ямы эти, конечно, так это все закопать нужно. Вот, смотрите, черепушка. А, мозги еще не достали. Не достали. В общем, уже подванивает, надо забирать это. Вот, смотрите, как обглодали. А, это и это, чайка. Смотрите. Чайку сожрали, нифига себе. Обглодали тоже ее. Ну, не стали ее есть, она, наверное, невкусная. Поэтому... Слушайте. Да, ну, мяса здесь много, килограмма полтора, наверное. У них тут такие туннели. Сено, кстати, надо положить сейчас. Сюда пусть раскидывают. Как раз я его тут убрал. Короче, голодные времена будут, волки не помрут. А что тут, эта штука поломанная? Да. Да, я закрою. Это делается вот. Ну что, кто там хочет покайфовать вместе со мной, а то на стримах пишут, что деньги с неба сыпятся, ничего не делая. Вот, приезжайте,
со мной. Пусть вместе половим эти деньги с неба. Где они там, откуда нам падают. Надо, кстати, до сих пор не засняли целый день. Нам кое-кто обещал, когда сюда должен был приехать, заснять целый день. Обещание свое не выполнил. Поэтому вот будет время, конечно, заснимем как-нибудь целый день. Надо всем воды разлить утром, у всех убраться, всех осмотр всем сделать, поболеет таблетки дать, кто не болеет, витамины дать, надо контролировать работу, которая здесь работает. Визуально сделать осмотр каждого животного, каждому уделить время. Потом вам видео еще поснимать. Потом в соцсети посмотреть, звонки принять. Вот, но это только так, поверхностно. Сколько еще другой работы? Немерено. Так, давайте мы разбивать будем. Нам эти пакеты, в принципе, не нужны. Это уже последний пакет или нет? Нет, там еще два осталось. Ну, а так, на зиму, а потом так. У них там чисто, Андрюш, внутри? Да. Ну, видишь, они там не писают, не гадят. Тут, кстати, блин, щели такие, здесь неправильно сделали путку. Видишь? Сейчас я покажу, как раз сейчас. Тут надо было это, фанерой оббивать все. Вообще лучше каркасные делать будки, чем такие. Просто щели эти. Ну это все равно лучше, чем на таком. Так, сейчас мы. Вкусно пахнет очень. Да, сено вкусно. Коровами пахнет. Вот так. И сюда вывалим сейчас немного. Она не распускает, в принципе. Будет зато тепло. Хорошо. Ну и так, в принципе, не холодно. Но так будет еще кого. Пыли сколько, правда. Так. Пойдем. Пойдем, спускайся. Вот, молодец. Она счастливая. Она счастливая, да? Она счастливая. Она счастливая. Довольная. Ребеночек звала меня. Ребеночек. Иришка, что с тобой? Подписан. Телеграм. BCW и Luxury. Все с нами на связи и все в курсе, что у нас беда с Фурией. Нам срочно надо согнать ее в эту перегонку и вести на операцию. Смотрите, что у меня. Я думаю, ей там все вылежит нахрен.
Блин, нам нужно было, наверное, в перегонку туда, она туда зашла бы. А, знаете, как сделаем сейчас? Закрыли? Да. Вот и все. В общем, вот так все произошло. Надо один саморез какой-нибудь крутить. Чтобы она не выскочила оттуда. Посередине. Все, фурия у нас на месте. Это спасательная операция. Все ради жизни фурии. Там Сергей с Андрюшей готовят прицеп. Фурия внутри. Фуришка, малышка. Все будет хорошо. Смотрите, лежит маленькая. Хорошая девочка. Дай бог, чтобы все было хорошо. Время где-то, наверное, 1,5 часа прошло, чтобы заманить ее сначала в этот вольер, ну, потом в эту перегонку. В перегонку как-то было быстрее все. А вот как мы заманивали ее в этот вольер, было тяжеловато. В общем, придумали приспособу. Привязывали веревку к той двери. Она забежала в эту перегонку. Дверь я за ней захлопнула. Ну а там от страха она уже побежала сюда. Вот. Не работают, что ли, да? Нет. Ёшки, повыше подними. Нифига себе. Так, теперь... наверное, лес придется. Вы как? Говорите. А как я? Так. Вы снизу, наверное. Так, нормально? Или где там? Смотрите, смотрите, не говорите. Еще надо вперед. Вы что, как цепляете, что ли? Да, да, надо ровно вытащить. Да-да, давайте сюда вытащим. А потом... Стоп. Стоп. Все? Нету? За низ попробуйте, за самый низ. Давай. Сразу? Да. Ух ты, ёлочка. Выше, выше, выше. Ух ты, ёлочка. Ух ты, ёлочка. Мать. Не надо, не надо. Ой, блин. Надо как-то ее нам перетянуть по полочанке. Посередине, наверное, ее надо. Да. Знаете, можем... что за гроб едет? Да, нас нет. Точно остановят. Сюда поближе вот и все. Все. Не упадет. Ну вот сюда вряжем. Сейчас поедут. Плохо, что не работает габариты. Очень опасно. Один габарит работает.
говорит, это просто что светит. Хорошо, что еще Сергей у нас не уехал домой.